Прежде всего, я хочу вас всех тепло поприветствовать, сказать вам всем Тэши Дэля. Сегодня третий день наших учений об истоках тайной мантры. Как я уже упомянул в прошлый раз, для того, чтобы говорить об истоках тайной мантры, прежде всего необходимо обсудить историю буддизма. Причина этого в том, что тайная мантра Ваджраяна — это один из разделов буддизма. Поэтому, прежде всего, нам нужно знать историю буддизма. А земля, где возник буддизм и развился буддизм, это земля Индии. И поэтому нам нужно знать хотя бы немного об истоках индийской цивилизации. Если мы будем знать об истоках тайной мантры Ваджраяны, то мы увидим, что у нее есть определенная основа, и сможем понять ключевые моменты и причины, по которым мы практикуем тайную мантру Ваджраяны. Тем не менее, в наших монастырях мы не можем преподавать все предметы, которые преподаются в обычной школе. И по этой причине во время этих учений я решил, что будет хорошо следовать общему подходу, которому следуют историки. И, возможно, для многих членов Сангхи этот подход является немного необычным, новым, и поэтому его тяжело понять. Но если мы в связи с этими трудностями мы не будем изучать историю, то в результате в наших монастырях не будут знать об истории. И поэтому я считаю важным, чтобы в наших мужских и женских монастырях принимали во внимание современное образование, аспекты современного образования. И члены Сангхи не должны разочаровываться, если им сложно следовать способу и подходам современного образования. Поскольку если мы не будем изучать эти аспекты, получать эти аспекты образования, тогда мы не сможем идти в ногу с современным обществом, с современными людьми. Поэтому нам важно приобщаться к общему прогрессу в сфере образования, в том числе. И нам нужно понять это. Итак, теперь давайте перейдем к теме наших учений. Как я уже говорил, мы можем разделить историю Индии на четыре периода, либо четыре части. Причина, по которой мы разделяем
историю Индии на четыре части, в том, что это очень длинный период. Если мы разделим его на части, нам будет легче понять их. Я в прошлый раз я объяснил вам, каким образом история Индии разделяется на четыре части. И мы с вами обсудили первый период, и сейчас мы начнем обсуждать второй период. Второй период, который называется ведический период. Он, в свою очередь, разделяется на ранний ведический период и поздний ведический период. Причина, по которой мы разделяем этот период на два, заключается в том, что это также очень длинный период. Если мы разделим его, нам будет легче понять это. Когда мы говорим о раннем ведическом периоде, то первое, что нам необходимо понять, это то, что когда Веды впервые появились, то культура, которая была сформирована ариями в это время, они не использовали письменный язык. У них не было системы письма, они ничего не записывали. У них был язык, свой язык, как я уже говорил. Они постепенно пришли в Индию из Центральной Азии, и у них был свой язык. То есть, когда они пришли в Индию, у них был свой язык. И это тот язык, который мы можем назвать ведическим языком. И затем этот древний ведический язык превратился в то, что мы именуем санскритом, либо классическим санскритом. Это гипотеза, которой придерживается большинство ученых. Когда же был сформирован санскрит, когда он развился? Санскрит, классический санскрит, развился в период 7 до 6 века до нашей эры. И во время до этого, то есть до 7 века до нашей эры, не было письменного языка. Все знания передавались устно, веды передавались устно, то есть один человек передавал эти знания другому устно. И в то время не было традиции записывать учения, передавать их письменным образом. Поэтому, если мы хотим изучить ранний ведический период, то какие же тексты мы можем изучить? Главный источник — это Ригведа. И с этого периода практически нет никаких других письменных источников, кроме Ригведа. Чему учит Ригведа? Что описывается в Ригведе? В Ригведе описываются битвы ариев, те войны, которые они вели, когда они пришли в Индию, описывается их культура, многие другие аспекты их жизни. Почему веды называются ведами? Слово «веда» на санскрите широко известно сейчас и широко используется. И, возможно, все вы слышали слово «веда» либо слово «ведический». И среди всех вед какое место занимает Ригведа?
Среди всех вед, среди всей ведической литературы, Ригведа — это самая ранняя веда. Она является корнем либо источником для всех других вед. Ригведа довольно обширна, в ней излагается много различных тем. И, как я уже говорил ранее, нет никаких отдельных исторических документов со времен Ригведы и других вед. Поэтому, если мы хотим изучать веды ранее 4-го столетия до нашей эры, то кроме вед у нас есть две великие эпических поэмы. Это Махабхарата и Рамаяна. И таким образом у нас есть ведическая литература, то есть веды сами по себе, а также эти два эпоса. Две великие эпические поэмы. И эти тексты — это единственные источники, на основе которых мы можем изучать ранний ведический период, поэтому они так важны для нас. И сейчас давайте взглянем на ведическую литературу в целом. И, как я уже упоминал, слово «веда» — это санскритское слово, которое имеет много различных значений. И среди множества этих значений главное значение — это знание. Погодите минутку. Итак, веда означает знание. Итак, у слова «веда» много различных значений, но главное значение — это знание, либо мудрость. Согласно объяснению в самих ведах, Веды возникли благодаря благословению богов, то есть древние мудрецы были благословлены богами, и таким образом они получили веды устно от богов. Это похоже на тибетский эпос о Гесаре, который был передан устно, согласно преданию. Говорится, что когда эти, например, в Тибете есть история о том, как пастухи, они просто выпасают свой скот в горах, и во время сна они получают передачу этих песен о Гесаре, и затем, когда они просыпаются, то чувствуют себя как-то немного странно, и потом внезапно начинают рецитировать, читать эти тексты, эти песни про Гесару.
И эти люди, как правило, это необразованные люди, которые часто не умеют даже читать и писать. И тут вдруг по памяти они могут рецитировать длиннющие тексты, длиннющие песни, эпические поэмы о Гесаре. И примерно таким же образом и объясняется, каким образом были переданы веды, что они были переданы устно в силу благословения богов. И если мы будем практиковать веды, изучать веды, мы сможем развить мудрость, знание. То есть благодаря ведам мы сможем обрести знание и мудрость. Именно поэтому они так называются. Для того, чтобы лучше понять веды, нам нужно взглянуть на всю ведическую литературу. Поскольку ведическая литература — это не только четыре великие веды, но также еще многие другие типы произведений. Давайте я покажу вам слайд. Слайд говорит: ведическая литература, мантра либо самгити, песни, восхваления, брахманы и упанишады. Первая категория мантры либо самгити — это коренные тексты. Затем идут брахманы. Брахманы это то, что мы можем сравнить с утрами. И третье — это упанишады. Слово «упанишады» имеет много значений. Обычно это слово не переводится, поэтому лучше использовать слово на санскрите. Итак, когда мы говорим об этих трех составляющих, это то, что мы называем ведической литературой. И коренные тексты вед — это то, что мы называем мантрами, либо самгитами. А вторая и третья — это больше похоже на комментарии к первой категории. Я буду говорить об этом позже. Брахманы прежде всего посвящены ритуалам, а упанишады посвящены философии вед. Поэтому, если мы хотим представить себе ведическую литературу, то это те три составляющие, о которых нам следует знать. И к какой из этих трех секций принадлежат, собственно, веды? Это первый раздел, то, что называется мантра, либо самхитта. А самхитти означает восхваление. И среди всех вед выделяют четыре коренных веды. Эти четыре коренные веды — это самые ранние тексты брахманической религии. Я надеюсь, вы все слышали слово «веда». Как, например, когда я учился, то среди всех разделов буддийской науки мы также изучали воззрение вед.
и каковыми являются, что такое эти четыре коренных веды. Это четыре текста, которые сейчас называются Ригведа. Ригведа — это самый ранний и самый важный из всех ведических текстов. Ригведа — это санскритское слово. Вторая веда называется Яджурведа. Яджурведа — это санскритское слово. И Яджурведа, в свою очередь, разделяется на две части. Это часть Кришны и часть Шуклы, что означает часть света, светлая часть и темная часть. Поэтому можно сказать, что есть светлая Яджурведа и темная Яджурведа. Затем третья веда называется Самаведа, веда мелодии, либо песнопений. И четвертая веда на санскрите называется Атарва веда. И среди четырех вед Атарва веда это самый поздний из ведических, коренных ведических текстов, то есть она появилась позже всех. И когда многие люди думают о ведах, то они представляют, что было всего четыре веды, что... Однако, если мы взглянем на веды с исторической перспективы, то веды не возникли все в одно и то же время, одновременно. То есть они возникали постепенно, одна за другой. И в особенности в том, что касается воззрения, значения вед, среди них есть определенные различия. Однако общая структура вед, то, как они сложены, они, по сути, одинаковы. Они дополняют друг друга. То, что не совсем ясно в одной веде, становится ясным из другой веды. Они заполняют пробелы друг в друге. Таким образом, все веды связаны. Итак, если мы взглянем на четыре веды, то четыре веды были сложены на протяжении нескольких сотен лет, на протяжении нескольких поколений, и в результате были сформированы эти четыре веды. То есть веды не были созданы каким-то одним человеком в одно и то же время. Однако, когда веды впервые появились, никто не упоминал о том, что есть четыре веды. Сначала была лишь Ригведа. И приблизительно, когда возникла Ригведа, когда она появилась, то она была сложена примерно между 1500 и 1000 годом до нашей эры. Ригведа представляет собой прежде всего коллекции различных гимнов, восхвалений, различных богов.
В ней больше 1000 различных разделов и больше 10 000 различных гимнов. И Ригведа разделяется на 10 томов, либо 10 книг. Когда Ригведа впервые возникла, она не была записана, поскольку не было традиции записывать тексты. Поэтому Ригведа возникла путем устной передачи. Она передавалась устно, выучивалась на память и передавалась от учителя ученикам. И это похоже на то, как в Тибете многие люди, которые не умеют читать и писать, тем не менее, они могут практиковать, читать буддийские тексты, как они знают их, поскольку они передавались от их родителей. То есть родители передавали их родителям, а родители — детям. И так, например, в Тибете люди могут читать Тару на память, восхваление Тары на память. И именно подобно этому также передавались учения Веды устно от учителя к ученику. Поскольку брахманы, они придавали большое значение звучанию языка, правильности, звучанию языка, то устное произношение вед и четкость, ясность, правильность произношения вед было очень важным. Мы можем видеть это и сегодня в звучании санскрита. Санскрит — это очень четкий язык, у которого очень четкое произношение. На тибетском, когда мы запоминаем какие-то тексты, то мы не так уж много заботимся о произношении. Но на санскрите очень серьезно относились к запоминанию и рецитации вед. Итак, веды сначала не были записаны, а передавались от учителя к ученику, от человека к человеку. И лишь гораздо позднее веды были записаны. Конечно, во время передачи от человека к человеку могли накапливаться определенные изменения. И поэтому до того момента, когда веды были записаны, это могли быть несколько измененные тексты, которые не были идентичными с изначальными ведами. И когда китайский мастер, о котором мы уже упоминали, мастер Идзин, когда он посетил Индию и написал свои хроники буддийских практик, то он упоминает о том, в этих хрониках он говорит о том, что веды передавались устно, не были записаны, и что брахманы рецитировали веды по памяти. В индийской традиции, когда мы говорим рецитировать, это означает запомнить на память, читать по памяти. В тибетской традиции, когда мы говорим рецитировать, мы прежде всего имеем в виду читать вслух. Однако в индийской традиции рецитация означает рецитация по памяти того, что хранится в уме. Итак, все веды, они передавались устно, не были изначально записаны. И говорится о том, что брахманы с наибольшими способностями знали на память
больше 100 000 строф. К примеру, у нас есть сутра Прагняпарамиты в 100 000 строках. И, к примеру, люди прошлого могли читать тексты такой длины по памяти. И в прошлом и индийцы, и древние индийцы, они очень серьезно относились к запоминанию, к хранению, передаче традиции, культурной традиции устным образом. И на самом деле это имеет несет большую пользу, поскольку в те времена было столько различных вторжений, столько войн, и когда вторгаются внешние враги, то они все разрушают, в результате чего монастыри, храмы разрушаются, тексты разрушаются. Однако если люди хранят все эти учение в уме, то такие тексты, учения практически невозможно разрушить, поскольку они всегда будут храниться в уме, пока все люди, которые знают их на память, не будут уничтожены. И также устное запоминание, оно способствует пониманию сути текста. К примеру, возьмем, к примеру, Винаю, кодекс монашеского поведения. Если вы знаете Винаю на память, то вы сразу будете знать, что вам следует делать конкретно в какой-то ситуации. У вас не будет причины искать ответы на свои вопросы по поводу дисциплины в текстах. И, как я уже сказал, среди четырех коренных вед Ригведа является самой старой и служит основой для всех других вед. И по своей природе, по своей сути, она является коллекцией гимнов восхваления природы. Можно сказать, что это восхваление богов, однако для древних ариев боги были неразрывно связаны с силами природы, с солнцем, грозами и так далее. Поэтому на Ригведе, прежде всего, это такие восхваления. И откуда мы знаем, что Ригведа является основой, либо корнем для всех других вед, поскольку в других трех ведах содержится много цитат и цитат из Ригведы, упоминаний о Ригведе. Именно поэтому мы знаем, что она является основной и самой и старейшей. И также Ригведа является очень важным историческим источником. По этой причине один немецкий ученый, индолог, которого звали Дуэсен, для меня произношение немецкого довольно сложное, но был ученый по имени Дуэсен, и он писал, что невозможно понять индийскую философию, не зная Ригведы. И мне кажется, что так оно и есть. Причина, по которой этот ученый сказал так, заключается в том, что когда
Мы говорим об индийской философии, она вся основывается, либо коренится в Ригведе. И поэтому, чтобы понимать индийскую философию, нам нужно знать Ригведу. И если Ригведа является такой важной, то кто же был автором Ригведы? Кто создал ее? В общем, что нам следует знать? Это то, что когда Веды впервые появились, в то время не было никаких различий между кастами, которые сейчас существуют в Индии. В те древние времена все могли делать подношения, читать священные, рецитировать священные тексты и так далее. Позднее, когда была сформирована кастовая система, то лишь каста брахманов могла делать все это, делать подношение и воспевать богов. Изначально это было не так, все люди могли делать это. Однако между людьми всегда есть различия. Одни люди являются более способными, чем другими. Не так ли? И среди всех людей, общества, есть выдающиеся люди, и считается, что именно эти выдающиеся люди стоят за созданием этой веды. Они часто упоминаются под названием «Семь благородных». То есть можно сказать, что Ригведа была создана семью благородными, либо семью мудрецами. Однако, когда мы говорим, что Ригведа была создана семью людьми, семью различными индивидами, то с этим не согласны ученые, которые, изучая Ригведу, говорят, что Ригведа создавалась на протяжении долгого времени, нескольких столетий. То есть ее создавали различные люди на протяжении столетий, а не какие-то определенные семь людей в одно и то же время. Согласно индийской традиции, люди, которые принадлежали к одной семье, они носили одно и то же имя. Поэтому, к примеру, если что-то было написано отцом, а затем продолжено сыном, то автор будет один и тот же, будет носить одно и то же фамильное имя. Поэтому можно, скорее всего, когда мы говорим о семи мудрецах, нам следует понимать это как семи поколениях мудрецов. И это были благородные, глубоко уважаемые люди, которые отличались от всех остальных людей. И говорится, что веды были переданы богами, они возникли в силу благословения богов, так же, как и эпос Гисара из Линга возник в силу благословения. И по этой причине говорят, что эти люди обладали особой связью с богами. Они почитались как особо связанные с богами. Именно поэтому их называли риши на санскрите, либо мудрецы в
переводе. Что, о чем это свидетельствует? То, что в ранний период все люди могли совершать ритуалы, делать подношения, восхвалять богов, все могли делать это. Всем было позволено делать это. Это отличалось от более поздней индийской традиции, где это могли делать только брахманы. Тем не менее, когда совершались какие-то особые, сложные подношения, нужно было найти человека, у которого был бы опыт совершения таких ритуалов. К примеру, есть особая категория людей, которые называются пурохиты. Это похоже на священников, на тех, кто совершает подношения богам от имени правителей, к примеру. То есть пурохиты, они служили при дворах. При царских дворах у всех правителей были пурохиты. И это была определенная функция, которую выполнял определенный человек, который имел подготовку, соответствующие знания. То есть это своего рода царский священник. Также в армиях был нужен особый человек, который бы проводил ритуалы, чтобы обеспечить победу в битвах. То есть вначале все могли совершать подношения, но когда совершались какие-то особые подношения, особые ритуалы, то тогда к этой задаче привлекались особые подготовленные люди. И в результате этой практики постепенно выделилась отдельный класс, либо каста, которая получила название брахманы. Брахманы, они изучали ведические ритуалы, ведические подношения, и их задача как раз и заключалась в совершении таких особых подношений, ритуалов и так далее. И в результате этого выделения брахманов в отдельную группу, в отдельную касту, постепенно брахманы стали считаться лучшими, высшими, чем все другие. Однако изначально каст не было, и это лишь общая логика возникновения каст, как брахманы были выделены в отдельную касту со временем. И также, когда были созданы Веды, не было никаких особых храмов, не было традиции создания храмов, возведения храмов, и не было каких-то определенных мест, в которых проводились ритуалы, делались подношения и так далее. В то время даже не было статуи богов. Не было изображений богов, не было статуи богов. Также мудрецы, которые создали Веды, то, согласно мифологии, они отличались от обычных людей, однако, согласно историческим преданиям, они были обычными людьми, у них были дома, у них были семьи, у них была частная собственность. И в то время у каждой семьи был глава семьи, отец. Если не было отца, тогда был старший сын. И
Именно глава семьи совершал все эти ритуалы подношения. Если начиналась война, то глава семьи должен был отправляться на войну. Также именно глава семьи должен был отвечать за всю сельскохозяйственную деятельность. То есть глава семьи имел очень много обязанностей и исполнял очень много функций. И поэтому изначально глава семьи исполнял очень много различных обязанностей. Однако постепенно эти обязанности стали разделяться. Определенные люди стали заниматься ритуалами, подношениями, другие военным делом, третьи сельскохозяйственной деятельности. И таким образом возникли касты. Как я уже упоминал ранее, веды были созданы семью мудрецами. Эти семь мудрецов стали широко известными. Среди этих семи мудрецов есть двое наиболее известных. Один из них зовется Вишвамитры, один мудрец зовется Вишвамитры, а второй зовется Вашиштей. И это два наиболее известных мудрецов, величайших из всех. Вы видите их изображение на слайде. Я искал их имена на тибетском, но я не нашел их имена на тибетском, поэтому я оставляю на слайде их, указываю их имена на санскрите. И в то время правил царь по имени Судас. И этот царь Судас был очень известным, очень уважаемым правителем, и он, в свою очередь, высоко почитал обоих этих мудрецов и брал с них пример. Однако, как гласит пословица, в одной земле не могут править два правителя, так же, как два тигра не могут жить на одной горе. И подобным образом эти два мудреца, хотя они оба почитались царем-правителем, между ними самими начались разногласия, ссоры. Также говорится, что они зародили различия во взглядах, и между ними возникли ожесточенные конфликты. И позднее люди начали говорить, что мудрец Вашишта принадлежал к касте брахманов, а мудрец Вишвамитры принадлежал к касте кшатриев, правителей. Однако в то время не было различий между кастами брахманов и кшатриев. Они возникли лишь в поздний ведический период. Именно тогда возникла кастовая система. Как бы там ни было, эти два мудреца были очень важны
очень известным. И мы еще встретимся с их именами снова. И так, этот царь, правитель по имени Судас, согласно истории, он был очень важным персонажем. В то время как арии проживали в регионе, который сейчас называется Панджабом, то Панджаб не был каким-то отдельным регионом. Ранее там проживали различные племена, кланы, каждый из которых имел своего лидера. Однако со временем царь Судас победил всех их, стал самым могущественным из них, возглавил самое сильное племя, либо самый сильный клан. И есть много упоминаний тех времен о борьбе, либо войнах между людьми со светлой кожей, которыми являлись арии, и темнокожими людьми. Говорится, что у ариев была светлая кожа, они были голубоглазыми, похожими на европейцев. И иногда даже говорится, что Будда Шакьямуни, он был похожим на ариев, либо был арием, поскольку он был светлокожим, у него были голубые глаза, он был высокого роста. А местные люди, которые проживали на территории Индии, когда пришли арии, у них была более темная кожа, и они были меньшего роста, и у них были плоские носы. Арии дразнили их, говорили, что у них нет носов. То есть по сравнению с ариями, у них были очень большие, выдающиеся носы, а у местных людей были приплюснутые, плоские носы. И поэтому арии обзывали их плосконосые, темнокожие. Они использовали многие различные имена для них. И были не только войны между ариями и местными племенами, но также были войны между самими ариями, между различными кланами ариев. И этот правитель Судас, говорится, что он набрал победу во всех районах. И тогда 10 кланов ариев начали ему очень сильно завидовать, и они восстали против него. Но этот царь был очень искусным, и ему удалось победить их всех. Таким образом, он преодолел все разногласия среди ариев, а также он приложил много усилий, чтобы сохранить духовную традицию ариев. И поэтому, благодаря его усилиям, Ригведа и другие веды смогли сохраниться на протяжении такого долгого времени. Говорится, что именно благодаря усилиям царя Судаса они сохранились. Итак, давайте на этом прервемся и сделаем перерыв на полчаса, после чего продолжим.
Давайте продолжим. Как я уже описывал, как я уже говорил, Ригведа прежде всего посвящена поклонению силам природы, таким как небо, облака, солнце, дождь. Все это считалось священным, сакральным и божественным. Они видели, они относились к природе как к наделенной божественным началом, божественной природы, божественным сутью. И поэтому в Ригведе много разнообразных восхвалений божественных природных сил, гимнов. Когда мы говорим восхваление всех божественных сил, либо всех богов, то для того, чтобы понять, кем являются ведические боги, нужно обратиться, нам необходимо обратиться к мифам. В Ведах часто говорится о богах. И исследователи в наши дни расходятся во мнении о касательно функции этих богов. Однако, в общем, когда возникла, сформировалась человеческая цивилизация, то тогда, когда наше мышление, наше мировоззрение развилось достаточно для того, чтобы задаваться вопросом о силах, управляющих жизнью, и в то время люди верили, что все в мире наделено силами божественной силы, и считалось, что силы природы обладают больше могуществом, чем люди. Поэтому, когда мы говорим о мифах либо богах с человеческой точки зрения, то нам необходимо понять их устремления, их надежды, их страхи. И мифы отражают надежды и чувства различных людей. Это один из способов, с помощью которого мы можем понимать мифы. С другой стороны, мифы описывают окружающую среду, то, чем являлось человеческое общество, в каком положении оно находилось. Все это также описывается в мифах. И поэтому мифы обладают очень большим значением для исследования и изучения культуры и истории. Многие люди, когда они слышат слово «миф», они думают, что это просто какие-то придумки, которые не имеют большого значения. Это не так. Мифы очень важны для понимания культуры и истории. И в особенности, когда мы говорим о религии, философии и мировоззрениях, связанных с мировоззрением, то мифология может дать нам много ответов на соответствующие вопросы. Мифы — это проявление изначальной религии людей, поскольку первоначальные верования, мировоззрения людей, они отражены в мифах.
Именно в мифах отражены древнейшие философские воззрения. И с помощью... Со временем философия стала более изощренной, более развитой. Однако изначально представление о мире было довольно простым, то эти представления, они излагались, выражались с помощью мифов. Поэтому, если мы исследуем Веды, и в частности, изучаем историю, переданную в Ведах, которая имеет такое большое значение в индийской религии, нам необходимо изучать мифы, поскольку изучение мифов и изучение истоков индийской истории и культуры — это одно и то же. К примеру, во многих древних странах были мифы. Например, в Греции и в Риме также были мифы. Однако сейчас, хотя истории, мифология Греции и Рима нам известна, эти истории нам известны, но больше никто не верит в греческие и римские мифы. Никто больше не считает их реальностью. Однако индийские мифы отличные. Индийские мифы — живые мифы, поскольку до сих пор в Индии люди верят в то, что написано в Ведах, в истории о богах, которые описаны в мифах. Поэтому это живая традиция, тогда как греческая и римская традиция мифов мертва. Ведическая мифология очень важна с этой точки зрения. Сказать, что мы не можем знать индийскую философию без знания индийских мифов, возможно, это чересчур. Однако для того, чтобы понимать систему мировоззрения Древней Индии, то на нее очень большое влияние, которая оказала большое влияние на буддизм, в частности, на тайную мантру Ваджраяны. Ведическая литература и ведические мифы оказали большое влияние на буддизм, и в особенности, в частности, на тайную мантру Ваджраяны. Именно по этой примере нам следует знать о ведической литературе и ведической мифологии. Когда мы говорим о Ведах, о ведической литературе, то мы задаемся вопросом, кем являются боги, которые описываются в Ведах. К примеру, когда древние люди смотрели на небо, оно казалось им бесконечным, огромным. И поэтому они думали, что она, наверное, обладает большой силой. Она связана с каким-то богом. В особенности солнце. Солнце является очень сильным, очень мощным. Благодаря солнцу растет урожай. И солнце по этой причине необходимо всем существам. Поэтому они думали, что солнце, наверное, связаны с каким-то богом. Это определенные мировоззрения этого времени. К примеру, они задавались вопросом, чем является солнце? Солнце обладает силой, и эта сила больше, чем человеческая сила. И
Таким образом, они выделили определенный аспект природы и назвали его Богом. Подобным образом, в современных Гималаях у людей есть похожее воззрение. К примеру, мы считаем все горы божествами, если когда мы видим дерево на горе, то мы говорим, здесь, наверное, живет Бог, здесь живет какой-то нага. Мы не знаем, мы не можем видеть, живет ли там какое-то божество, либо нага. Однако, когда мы слышим истории о разных местностях, то мы думаем, что наверняка есть что-то божественное в них. И мы можем относиться к этому как к проявлению неведения, к чему-то бесполезному, не имеющему смысла. Однако, если мы взглянем на это с другой точки зрения, то если мы будем относиться к природе как к божественной, живой, обладающей жизнью, когда мы считаем природу живой, то и сила жизни природы более могущественная, чем сила человека. И тогда мы будем относиться к природе по-другому. Мы будем защищать природу, будем заботиться об окружающей среде. И с традиционной точки зрения это очень важно. Что происходит сейчас? У людей больше нет воззрения о природных богах, поэтому люди относятся к природе как к чему-то неважному. Природа лишь для человека, для того, чтобы человек это использовал. И поэтому люди присваивают себе все природные ресурсы, и ресурсы разрушают все. Мы забираем из природы все, разрушаем все. И поэтому можно сказать, что проблемы окружающей среды нашего времени связаны с этим. И эти проблемы настолько обострены сейчас, что нам нужно обращать на них внимание. Мы не можем не обращать нашего внимания на них. И с этой точки зрения, древний взгляд на природу, он обладает определенной силой и важен с этой точки зрения. Однако нет нужды углубляться в это. Вернемся к ведам. В ведах упоминается много богов, и мы не можем рассмотреть всех их. Однако мы можем разделить богов на определенные группы, и тогда вам будет легче понять это. И следует понимать, что изначально не было разделения на группы, классы богов. Однако, говорится, что примерно в 5 веке до нашей эры ведические боги были разделены на три группы, на три уровня. Что это за три группы? Первая группа — это боги рая, либо боги, небесные боги. Второй — это боги между небом и землей. И третий — это боги на земле. И в каждой из этих групп есть 11 богов, поэтому всего их 33. У нас есть понятие 33 богов, и именно таким образом они возникли. И очень много богов не включены в эти три уровня.
Но все основные боги, они включены в эти три группы. И поэтому давайте будем опираться на это разделение на три группы. Божественные боги, боги между землей, божественные боги, небесные боги, боги между небесами и землей и боги на земле. Первая группа – боги в небесах, либо небесные боги. Здесь четыре основных божества. Первый из них – это Деус. Я не знаю, как правильно это произнести, но как бы там ни было, примерно так он называется – Деус. Второй – это Варуна. Третий – это Вишну. И четвертый – это Ушас. Таковы четыре бога, которые принадлежат к небесным богам. Первый из них – бог Дьяус. Когда мы говорим о Дьяусе, то, похоже, если мы захотим перевести его именно тибетский, то мы можем назвать его Богом Света. Это очень важный Бог, поскольку он является прототипом всех других богов. И не только это. Как я уже объяснял в прошлый раз, Ари пришли в Индию из Центральной Азии, и когда они уходили из Центральной Азии, они разделились на группы, одна из которых направилась в Европу, другая направилась в Азию. И по предположению, они все поклонялись этому богу Дьяусу, который в Греции, в Древней Греции, получил название Зевс. Среди также его звали Йовой. То есть у него много различных имен, но на самом деле это все один и тот же бог. Итак, этот ведический бог Дьяус. Я искал его изображение, не смог найти, но что касается греческого Зевса, это изображение, которое вы видите на слайде. Согласно греческой мифологии, Зевс является верховным богом. И я нашел для вас картинку Зевса. И хотя Зевс звучит, его имя звучит немного по-другому на греческом, но по сути это тот же бог. И это тот же бог, что и Дьяус ведических арев, но просто названный по-другому. И похоже, что очень многие люди поклонялись этому богу. И по этой причине ученые выдвигают гипотезу, что этот был главным богом, которому поклонялись все арии перед тем, как они разделились и ушли в различных направлениях. Те, кто ушел в Индию, они поклонялись этому богу, и те арии, которые отправились в Европу и попали, в конце концов, в Грецию, поклонялись этому богу. Именно поэтому Зевс стал главным богом Греции. И можем сказать, что это тот бог, кому поклоняли все арии изначально. Когда
Ари. Арии пришли в Индию, они сначала считали Дьяуса про-богом, самым древним, богом, самым важным богом. Однако со временем вера в Дьяуса уменьшилась, и значение этого, этот бог утратил свои позиции по сравнению с другими богами. И в результате этот бог перестал почитаться, и другой бог стал почитаться как основной бог, главный бог. И в Ригведе говорится, что этот бог и бог земли были соединены и названы Дьявапритви. И причина, по которой эти два божества были соединены в одно, заключалась в том, что эти древние люди верили, что все боги происходят из одного источника, и этим источником является бог неба и земли, Дьявапритви. А если все боги произошли из одного источника, то этот бог должен обладать природой неба и земли. Именно поэтому они были объединены. Итак, следующий бог — это Варуна. Варуна упоминается во многих тантрических ритуалах, в том числе в практике Махакалы, поэтому вы, наверное, все знакомы с ним. Варуна на тибетском называется Чулха, водяной бог, бог воды. И вы видите, на ком он сидит на слайде, на крокодиле. Крокодил. Но, похоже, древние индейцы не умели рисовать крокодила. Крокодил очень длинный. Но они не умели рисовать такого длинного и плоского животного. Поэтому у них как-то шея удлинилась. И задняя часть была уменьшена. Мы можем видеть, что это какое-то водные животные, но если нам скажут, что это крокодил, мы не сможем распознать в этом крокодилы. По-тибетски называется чусин, либо водное животное. Но пропорция в изображении этого чусина, водного зверя, оно было изменено. Пропорции его тела были изменены, поэтому очень тяжело распознать в нем крокодила. Итак, то, что вы видите, это водный бог, бог воды Варуна. Это очень древнее божество. Почему важно знать, что это один из древнейших богов, поскольку некоторые боги появились в более позднее время, а некоторые они почитались древними ариями. Итак, Варуна — это один из древних богов. И он принадлежит к богам небес. Небо, оно все проникающее, оно охватывает все, и поэтому это пространство называлось Варуна. И ему поклонялись. Говорилось, что он самый могущественный, поскольку небо, пространство, оно такое необъятное. Нет ничего более всеохватывающего, чем пространство. Какое бы направление, в каком бы части света вы ни направились, пространство всегда там. И подобно этому Варуна знает все мысли всех людей. Он как само пространство, все проникающий и всеведущий. И
И также арии считали, что Варуна является судьей всех кармических поступков и их следствий. И это также тот, кто оценивает благое поведение. И поэтому его роль в том, чтобы ограничивать и направлять поведение людей и человеческих существ. И некоторые современные исследователи говорят, что Чакравардин, всемирный правитель, идея этого всемирного правителя Чакравардина берет свое начало от бога Варуны. И позже его качество, его черты были перенесены на другого бога, на бога, и на другого бога. И Варуна потерял свое значение. А кто же был его последователем? На какого бога перенесли его качество? На бога Индру. Именно так говорят. И поэтому, если мы будем смотреть на... Мы взглянем на истоки происхождения бога Варуны. Он считался очень могущественным богом, который все проникающим, все охватывающим существом. И он похож на изначального бога абрамических религий, например, на бога Яхву. И в отличие от религиозной системы в Индии, другие духовные системы от многобожия перешли к поклонению одному богу, но в Индии поклонение многим богам сохранилось, однако этот бог утратил свои позиции, он стал менее популярным. В те древние времена бог Варуна считался очень могущественным, он считался всеведущим. И поскольку он такой серьезный, такой высокий, то он слишком далек от нас, нет причины поклоняться ему, это бессмысленно. Такое отношение. И поэтому люди начали считать его менее важным, слишком удаленным, слишком великим, и он утратил свои позиции. И также в Ригведе говорится, что этот бог отвечает за дождь. Почему? Потому что дождь падает с неба. И сначала он был небом, так, как мы сказали, все проникающие небо, пространство в форме бога. А потом он стал считаться богом дождя, богом воды. И даже в тайной мантре Ваджраяны когда мы подносим торму в трех частях, то есть часть подношения тормы, связанной с Варуной. Итак, у нас еще столько богов, которые ждут, чтобы объяснить всех их. Они все толкаются и говорят
И обо мне расскажите, и обо мне. Я не могу заставлять их ждать слишком долго. Итак, переходим к следующему богу. Следующий бог — Вишну. Кьябджук. На санскрите он зовет всю Вишну. Кьябджук — тибетское имя. Означает проникать, входить обширным образом. И почему он называется так? Потому что он может пересечь небо за три шага. В три шага. Говорится, что Вишну может пересечь небо в три шага. И в начале Вишну ассоциировался с солнцем и обладал силой солнца. И, как я уже упоминал, все боги изначально были связаны с силами природы, и Вишну связывался с солнцем. И в Ведах он не считался таким уж важным. Но позже, когда возникли пураны — это еще одна категория текстов, то в пуранах говорится, что Брахма, Шива и Вишну — это три главные бога, и они считаются наиболее важными. Однако, до этого Вишну не так уж не считался не таким уж важным богом. Итак, по сути, характер и значение Вишны изменился. Сначала он не был таким важным богом, но со временем стал намного важнее. Сначала он просто был богом, который может пересечь небо в три шага. А что ж такое эти три шага, о которых мы говорим? Эти три шага связаны с солнцем. Как они связаны с солнцем? Солнце сначала восходит на востоке. Затем оно достигает зенита в полдень. И затем садится на западе. И эти три шага связаны с этими тремя точками. Первый шаг — это восток, то есть он шагает с востока. Затем он шагает к зениту, и затем он шагает к закату. Таким образом, он делает эти три шага от восхода к закату и снова к восходу. Первый шаг, когда солнце восходит утром, затем, когда солнце в зените, и затем, когда оно садится на западе. Именно с этим связаны три шага. Но есть еще одна особенность, когда солнце достигает зенита в полдень, то древние люди считали это центром неба. Что это центр неба? Это место, центр неба. Это место, где живут боги. То есть боги живут там, где солнце находится в зените. И люди после смерти также отправляются туда и живут там, в точке зенита солнца, счастливо. И все наши предки находятся там вместе с богами, наслаждаясь своей жизнью, празднуя. Когда все умирают, они отправляются именно туда. Они перерождаются в этом месте, так считали древние. И по этой причине mm.
похоже, это похоже на то, как мы хотим переродиться в Сукхавати, Девачени. Древние люди, они хотели переродиться в зените солнца, там, где все предки наслаждаются своей жизнью, они возносили такие благопожелания. И именно по этой причине Вишну становился все более и более важным в умах людей. Он — это тот Бог, который отправляется в зенит, вместо зенита, в центр неба. Поскольку Он отправляется туда, это тот, кому следует восхвалять, кому следует молиться. И по этой причине статус Вишну, его значение возросло. Это похоже на то, как люди, они думали, пусть мы станем как солнце, пусть мы достигнем зенита, как солнце. И для, с такой целью они возносили восхваление, возносили молитвы и делали подношения Вишну. В целом, небо, солнце и все боги небес, то есть все боги, которые связаны с небом, то много древних цивилизаций поклонялись небесным богам, богам неба и солнца. И это важно, что важно понять. Итак, теперь четвертый бог. Это не бог, это богиня. Впервые я могу вам показать изображение богини. До этого мы смотрели только на богов. Итак, богиня Ушас. Ушас. Она богиня рассвета. Рассвет — это то, что мы наблюдаем до того, как всходит солнце, когда небо красится в различные цвета, появляются первые лучи света. И рассвет обычно считается очень красивым. Все люди восхищаются рассветом, красками неба на рассвете. Поэтому они думали, наверное, это с чем-то связано. И этот прекрасный рассвет люди идентифицировали как богиня. И она также является очень древней богиней. Как мы можем знать, что она древняя богиня? По той причине, что она встречается не только в Ведах, она также является богиней греческой мифологии. В греческой мифологии ее зовут Эя, а в римской мифологии ее зовут Аврора. Сейчас мы уже не помним греческое имя, в основном мы используем латинское имя Аврора. Я не знаю, как говорить на греческом, но это Эя, Эос в Древней Греции и Ушас на санскрите, они все восходят к одному лингвистическому корню. И говорится, что когда арии, которые жили в бассейне пяти рек в современном Панджабе, каждое утро, когда всходило солнце, восход солнца был очень красивым, очень привлекательным. И когда люди видели эту красоту на рассвете, то они восхищались ей. И ведические поэты не могли сопротивляться этому, этой красоте, и они не могли удержаться, и сочиняли восхваление этой богини, описывая восход солнца, поскольку они были так воодушевлены, вдохновлены, имели вдохновение в результате того, что они видели. И именно так возникла эта богиня.
И говорится, что у этой богини есть определенные силы, что она делает, она открывает небо на востоке, она устраняет всю темноту и вместе с ней устраняет всех демонов, связанных с темнотой. Поэтому в ведической литературе очень много восхваления этой богини, они очень, очень красивые, вдохновляющие восхваления. И среди всех восхвалений, восхваление богини Ушас самое красивое. Она связана с этим прекрасным явлением рассвета. И, как я уже сказал, это связано с этим вдохновением древних ведических поэтов, которые не могли сопротивляться тому вдохновению на рассвете и сочиняли эти чудесные стихи, поэтому их так много в Ведах. Также говорится, что эта богиня является другом людей. Она подруга всех людей, и она выглядит как молодая девушка. Она не выглядела как старуха, она выглядела как девушка. И также говорилось, что она всегда улыбается. Ее тело никогда не старело. И она была тем, кто отмеривал человеческую жизнь, то есть именно она определяла, сколько проживет человек. И, как я уже говорил, в ведической литературе самая красивая поэзия — это восхваление Варуны, бога воды, а также поэзия, которая содержит самые красивые слова, метафоры, связанные с этой богиней Ушас. Эти гимны восхваления очень красивые. Итак, я объяснил, кто такие боги небес. Следующие — это боги между землей и небом. И первый из них — это Индра, второй — Ваю и третий — Рудра. Первый из них — это Индра. Я думаю, что большинство из вас слышали об Индре, особенно те, кто бывал в Индии. Это очень важный бог в ведической литературе. И больше всего гимнов посвящены именно ему. Этот бог был очень широко почитаем. И мы можем видеть это из тех многочисленных гимнов, которые содержатся в ведической литературе. И ведический период Индра считался самым важным, самым могущественным богом. Это бог, которого больше всего любили боги, любили люди. И это также был бог, который защищал людей Индии. И, как вы знаете, рядом с Индией находится Персия, Иран.
персы, иранцы, где была древняя религия зороастрийцев, которые поклонялись огню. И у зороастрийцев Индра был негативным богом, злым богом, богом темноты. В буддизме Индра считается верховным богом, который проживает в, пребывает в дворце всех богов. И в сутрах также говорится, что он правитель всех богов, правитель 33 богов, который живет в божественном дворце, который на санскрите называется Виджая. Если мы взглянем на все восхваления в Ригведе, то из восхвалений бога Индры мы можем понять, как он почитался в то время. И несмотря на это, нам сложно понять, а каковы истоки происхождения этого бога Индры. Одни говорят, что он был изначально богом, богом неба, что был богом рассвета, но мы не можем со всей ясностью определить, с каким природным аспектом ассоциировался бог Индра из этих гимнов в Ведах. У него есть качество богов небес, а также качество богов между небом и землей, и качество богов на земле, поэтому нам также трудно определить, к какому из трех классов богов он принадлежит. Но говорится, что на земле очень много различных бурь, ураганов, и именно Индра связан с ветром и дождем. И именно с этими природными силами дождя и ветра, урагана, ветра, бури связан Индра. И также среди всех ариев Индра почитался лишь теми ариями, кто пришел в Индию, индоариями. Он особый индийский бог, либо бог, который возник после того, как ари пришли в Индию. То есть после того, как ари пришли в Индию и поселились в районе Панджаби, Индра обрел для них значение. Почему? Ранее главным был бог солнца. До того, как арии пришли в Индию, бог Солнца был самым важным. Однако, когда они пришли в Индию, то в Индии Солнце такое сильное, такое жаркое. Это то, что причиняет нам столько неприятностей. Поэтому зачем почитать Солнце? Важнее, чем Солнце, это бог. Бог, который могут принести дождь, который могут принести облака. И поэтому Индра стал более важным. То есть это связано с тем, что климатические условия в Индии отличались от тех мест, где ари жили изначально. Поэтому, когда они переселились в Индию, то вместо бога, солнца важнее для них стал бог дождя. Итак, Индра постепенно обрел наивысший статус среди всех богов, но он не был древним богом. Это один из богов, которые появились позже. Это тот бог, которому ари начали поклоняться, когда они пришли в Индию. В любом случае,
Индре считался чрезвычайно могущественным, самым сильным из всех. И говорится, что Индра очень любил пить сому. Сома — это такой алкогольный напиток индийских богов. Говорится, что Индра мог выпить много сомы, много этого алкоголя. И чем больше он пил, тем сильнее он становился. И когда он напивался, он мог всех разрушить. И говорится, что изначально он не был таким уж благочестивым богом. Он любил выпить выпить и подебоширить. То есть это не был уж такой благочестивый бог, но он был очень могущественный. У него было такое оружие, как молнии и прочее, то есть также стрелы, крюки, то есть он был очень хорошо вооружен, и также он разъезжал в золотой колеснице, его окружали боги Маруты, и он боролся с правителем демонов по имени Вритра. И также Индра побеждал всех варваров, которые вторгались в Индию. И когда я смотрю на эту историю, то я вспоминаю об историях борьбы между богами и полубогами, асурами. И похоже, это напоминает мне об истории ариев, которые боролись с местными темнокожими жителями. И, похоже, именно из этой истории, этого исторического контекста, берет свое начало конфликт между богами и полубогами асурами. И сейчас мы говорим о том, что боги живут на горе Меру, на вершине горы Меру, а полубоги живут на ее склонах, и они воюют между собой. И, возможно, этот аспект происходит из индийской истории. Итак, Индра постепенно становился все более важным и в конце концов стал правителем богов. Итак, Индра был богом бурь и богом защитником, также богом войны, то, что мы называем джала на тибетском. И Индра становился все более важным и вошел в пантеон трех главнейших богов. Нет, три бога — это Вишну, Шива и Брахма. То есть он не принадлежал к трем основным богам, но он стал очень могущественным, тем не менее. Итак, давайте продолжим, поскольку столько много разных богов. Итак, следующий бог. Пространство между небом и землей — это Ваю, либо бог ветра. Это тот, кто летает на ветре. И похоже, что Ваю был помощником Индры. Он всегда был с Индрой, когда Индра ездил на своей золотой колеснице, Ваю всегда сопровождала его. Его главной работой было излечивать болезни людей и даровать им долголетие.
Следующий табак Рудра. Рудра – это бог бурь, ураганов. Нас очень сильный ветер и дождь. Это связано с Рудрой в ведической литературе. И в Ведах почти нет никаких восхвалений этого бога, но со временем он стал более важным. И постепенно он стал тем, кто стал называться Махешварой, либо великим Ишварой, великим богом. Много богов мы называем могущественными богами, но Махешвара почитается как очень важный среди них. Это тот бог, который мог насылать болезни и кто мог исцелить от болезней. Это был тот бог, кто мог насылать болезни и исцелять от болезней. Также это тот бог, который мог насылать бури, ураганы и устранять их. И он имел такой устрашающий вид, имел такую сильную устрашающую силу. И поэтому также его звали Махабайрава, либо Великий Устрашающий. То есть такой устрашающий бог, но у него также был и аспект сострадания, поскольку он мог излечивать от болезней. То есть он причинял сложности людям и в то же время помогал им. Итак, говорится, что он в конце концов стал великим богом Махешвары. Сначала не было такого бога Махешвары. Итак, это боги небесные боги, и следующие это боги земли. Мне кажется, что наше время уже истекло. Как бы там ни было. Я хотел бы вам рассказать о первом из боги Агни, второй бог Сома и третий бог Притви. Это три бога земли. Но, наверное, лучше, если мы более подробно поговорим о них завтра. Иначе будет слишком много на сегодня, слишком много божеств. Это больше, чем вы можете запомнить. Так это самое главное, что я хотел о четырех богах небес, четырех богах, о богах между небом и землей, и завтра я скажу вам о богах земли. И после того, как я расскажу о всех богах, я объясню, кто такой Яма, бог смерти. И после того, как я расскажу о всех богах,
Я начну рассказывать о позднем ведическом периоде. Есть столько всего, что необходимо рассказать о ведах. Я хотел закончить говорить о ведическом периоде на протяжении 2 дней, но мне кажется, что мне потребуется 3 дня. Но после этого я буду говорить лишь о буддийском периоде. Возможно, вы задаетесь вопросом, Иваса Чирса сказал, что будет говорить о тайной мантре, а теперь он рассказывает только о богах, но совсем не упоминает тайную мантру. Он не сказал ни слова об этом. То есть я говорю вам, что я буду говорить об этом через 3 дня. Я рассказываю об этом, чтобы подвести вас к обсуждению тайной мантры. И когда мы получим только знание основы, и тогда мы сможем говорить о тайной мантре. Я хочу, чтобы вы понимали эту основу из истории Вед перед этим. И на этом все на сегодня. Давайте посвящим заслугу.